методики, в которых применяется твердая мозговая оболочка, это корональное смещение в двуслойные методики. Опять же, мы вернемся к таблице, алгоритм выбора методики, где есть клинические ситуации, в которых показано ее применение. Проектированное корональное смещение, также двухслойные методики, в которых показано ее применение, и исходя из той схемы, и исходя из той таблицы, о которой мы говорили об алгоритме. Также твердую мозговую оболочку мы применяем при вестибулопластике, закрытым методом в целях увеличения объема толщины кератинизированной десны. И применяется она при направленной тканевой регенерации. Мы это обсуждать не будем, потому что применение мембран при направленной тканевой регенерации, в общем, это не тема сегодняшней лекции. Просто она применяется исходно как барьерная мембрана. Впоследствии она получила вот такое вот новое применение, новый как бы смысл немножко. Принципы работы с твердой мозговой оболочкой – это то, о чем мы сказали. Я еще раз хочу повториться, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений. Твердая мозговая оболочка требует полного перекрытия слизисто-надкостичным лоскутом. А твердая мозговая оболочка требует подготовки во время операции. Это ее перфорация в сухом виде, 0,8 диаметр прокола – это диаметр, по сути, стерильной иглы шприца, ну, который применяется для внутримышечной инъекции обычного одноразового стерильного. 3-4 мм – это расстояние между перфорациями, которые нужно сделать. Расположение их свободное, может быть в шахматном порядке, может быть в линейном. Это зависит от, в общем-то, вашего пожелания. Фиксация твердой мозговой оболочки проводится к надкостнице и подкостистому слою абсолютно по тем же принципам, как и фиксация аутотрансплантата. Единственное, что при фиксации и при установке твердой мозговой оболочки не обязательно создавать в принимающем луже зону питания для диффузного питания аутотрансплантата, потому что по сути, она будет питаться, достаточно пропитываться просто пока кровью, потом прорастать эндотелиальными клетками. От слизисто-надкостичного лоскута этого абсолютно достаточно. Значит, по поводу перфорации. Выпуск ее как изделия производится в обычных стандартных размерах. 1:1, там 2:1 и так далее. Она не перфорированная. Перфорация была предложена твердой мозговой оболочке в определенных целях. Был анализ проведен ее применения и выявлено возникновение высокого уровня тканевого отека в области ее применения как мембраны, так и при применении ее как в целях увеличения объема толщины кератинизированной десны при устранении рецессии. Провели работу клиническую и исследовательскую на животных инвитро. Было доказано, что перфорация твердой мозговой оболочки способствует проникновению тканевой жидкости, выходу ее наружу, ослаблению отека, более лучшему быстрому после заживлению в послеоперационном периоде и более лучшему прорастанию адвентициальных клеток через нее от слизисто-костичного лоскута. Таким образом, она быстрее резорбируется и быстрее замещается. Преимущество применения твердой мозговой оболочки в тех случаях клинических, где она может быть использована, и в тех клинических случаях, где она показана к использованию, в отсутствие каких-либо других возражений, это отсутствие донорской зоны. Отсутствие дополнительной хирургической травмы у пациента, соответственно, более быстрое проведение оперативного вмешательства, улучшение регенерации, уменьшение времени хирургического вмешательства и удобство ее применения. Фиксация твердой мозговой оболочки не требует никаких специальных навыков, она фиксируется обычными узловыми швами. В случае устранения
рецессии просто к доэпитализированным анатомическим межзубным сосочкам. В случае с вестибулопластикой она просто прижимается слизистонокостичным лоскутом и крестообразными матрасными швами к поверхности гребня. Преимущества методики таковы, что это высокая видоспецифичность материала, отличающая его от всех альтернативных каких-то аналогов применения. Мы не говорим об аутотрансплантате, мы говорим конкретно альтернативных методиках применения ксеноматериалов, применения аломатериалов, но из кожи, как аллодермы и так далее. Это более высокая видоспецифичность, абсолютная биосовместимость материала, доступность ее. Это отечественный производитель. Это сейчас очень модная вот тенденция к импортозамещению, возможно, к которой мы как-то все-таки придем уже окончательно. Твердая мозговая оболочка абсолютно биорезорбируема. Биорезорбция ее наступает через 3-5 месяцев. Есть исследования инвитро, которые диагностируют резорбцию в течение вот этого срока. Срок этот зависит, пока до сих пор окончательно не ясно, он не связан ни с толщиной лоскута, ни с зоной применения, ни с зоной, ни с челюсти верхней или нижней, ни в области применения. Вот он связан, скорее всего, с какими-то просто особенностями каждого организма индивидуального, с наличием, по всей видимости, тех или иных генов в организме, реактивности, послеоперационном периоде. Но, в общем-то, нам ее сроки биорезорбируемости ее не так важны в целях вот нашего конкретного случая применения устранения рецессии десны. Поэтому сроки действительно, поэтому оценивать клинический результат при устранении рецессии раньше, чем через 3 месяца нельзя. Ну и можно подождать до 5 месяцев, объяснив пациенту, что клинический эффект достигает свой нарастающий результат от 3 до 5 месяцев. Также одно из преимуществ применения твердой мозговой оболочки – это полное замещение ее собственными тканями. Это доказано гистологически. Она полностью замещается соединительно-тканным комплексом. Осложнение, которое может вызвать твердая мозговая оболочка при ее применении. Но обнажение, мы с вами поговорили об этом, это происходит сразу, некроз ее мгновенный, и умирание, она покрывается фибринозным налетом, фактически просто растворяется. А расхождение швов, это классическое какое-то осложнение послеоперационной гематомы. И к отеку я хотела бы обратиться. У твердой мозговой оболочки есть особенности применения. Вызваны они тем, что все-таки какая-то, по всей видимости, генная информация, поскольку это аллотрансплантат, она сохраняет, несмотря на всю ее стерилизацию, обработки ультразвуком, и лиофилизацию, и радиологическую стерилизацию. Поэтому она иногда у пациентов с определенным иммунным статусом, у аллергиков, склонна вызывать повышенную реактивность, выражается это отеком. За время ее применения, вот последние 5 лет, я только 2 раза констатировала повышение температуры тела у пациентов. Но при назначении антибактериальных средств не требуется. У таких пациентов превентивно я назначаю за день до операции прием десенсибилизирующего препарата. В этом случае применяются препараты лоратадин и его производные, потому что десенсибилизирующие средства фармакологически первого поколения не работают в этой клинической ситуации, они не воздействуют на тучные клетки.